Короче говоря, с Днем Химика. Этот праздник мы провели с теми, кто благодаря такой науке помогает раскрывать преступления. Наталья Бабикова в экспертно-криминалистическом отделе работает 9 лет. В год центр проводит более 4500 экспертиз. И в основном с пулями и преступлениями дело имеют мужчины. Женщины у нас тоже очень востребованы. Женскую логику еще никто не отменял. Зачастую формула раскрытого преступления – это женская логика плюс суперсовременное оборудование. Например, это электронный сканирующий микроскоп. Таких в России всего 9 штук. Стоит дорого, но цена оправдана. По лампам накаливания аппарат определит, был ли включен поворотник или фары в момент ДТП. А еще без труда найдет следы выстрела. Ведь если человек был на месте происшествия, точно определите. Да, однозначно. 99,9%. В этот день Наталью Бабикову вместе с другими химиками поздравили коллеги. Оркестр полиции. Присоединяемся к поздравлениям оркестра. И желаем успехов химикам в их нелегком труде. Мария Жирова и Владимир Кириллов. Короче говоря, АТВ Ставрополь.